Сегодня у Мазыры открыли новую воротовальную станцию «Освода». Этой подеи тут шакали больше, как 15 годов. Станция будет працовать у круглосуточном режиме, что дозволит больше эффективно выполнять главную задачу – сберегать жизни людей. Створенные умовы оценили наши корреспонденты. Мясцовая выратовальная станция была створена после закончения Великой Айчинной и была другой после Гомельской. Сучасный будинок начали узводить у 2004-м, але праз два года работы спынили. Ситуация изменилась на початку минулого года, когда решением облвыканкама станцию включили у спис объектов, будовництво яких повинно финансоваться за областного бюджету. А потом, что державные сродки потрачены недаремно, можно мерковать по таким факте. Мазырская станция лепшая на Гомельщине и аналогов на территории в области не мая. Аналогов данной спасательной станции на территории Гомельской области нет, так как эта станция соответствует всем современным нормам и позволяет нести службу в круглосуточном режиме по охране жизни людей на водах. Таким чином, ахову життя людей на водах на Гомельщине теперь будут ожидать 15 специализованных станций. У минулым годе у регионе выратованы 41 человек, у тым лику 10 неполнолетних. Попереджено больше, как 1700 несчастных выпадков. Не в опошнюю чергу такие выники досягнуты дякуючи створению на станциях сучасной техничной базы и повышением профессийной подрыхтовки самих выратовальников. У Мазыры, например, будут працовать 20 человек, сярод яких матросы, медики и водолазы. Работа освод и водолаза — одна из сложных задач, тем более вы понимаете прекрасно, когда спасатель идет, это даже, будем говорить, как в бездну, не знаю, что там находится, на глубину бывает от 10 до 15 метров. В этой ситуации надо обладать достаточно хорошей психологической подготовкой, морально устойчивым. Психологическая подготовка проводится здесь непосредственно на занятиях работников водолазно-спасательных служб. Поэтому на сегодня мы будем говорить, что это одна из самых так называемых новейших станций в Республике Беларусь. Если брать 66 спасательных станций у нас в Республике, то она вот на сегодняшний день занимает практически первое место. Олег Сенцеров, Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».